Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас в меню шашлык, так называемый Наполеон. Почему Наполеон? Потому что он с одноименным тортом Наполеон тоже делается слоями. Для шашлыка Наполеон нам потребуется мякоть телятины, курдюк, соль, перец, кориандр. Минимум специй, но в то же время шашлык получается сочный и вкусный. Приступим, друзья. Для начала нарежем телятину. Для этого нужно нарезать по 2 сантиметра толщиной кусочки. Из нарезанных кусков нарезаем полоски толщиной по 0,5 сантиметра. То есть у нас должны получиться вот такие заготовки. Подготовленное мясо присолим, поперчим. Шашлык этот родом с Азии, а точнее с Узбекистана. В Узбекистане в кафе он очень популярен. Ну а какой восточный рецепт без кориандра и зиры? Но я в данный рецепт добавлю только кориандр. Если вам нравится, можете добавить еще и зиры. Посыпаем мясо кориандром. И перекладываем в миску, где тщательно перемешаем его. Подготовленное мясо убираем в сторонку. Пока оно маринуется, нарежем курдюк. Курдюк также нарезаем плоскими кусками толщиной по 2 сантиметра. Вот примерно такими кусочками. Из полученных кусочков нарезаем полоски тонкие, миллиметра по 3. 3-2, как получится. Толще не надо. Подготовленный курдюк перекладываем в миску и немного присаливаем, только соль. Тем хорош этот шашлык, что его не надо долго мариновать. Вот сейчас вот курдюк пересыпаем, солью перемешиваем, и в принципе можно уже формировать шашлык. За то время, пока нарезали курдюк, мясо уже у нас подмариновалось. И при этом не надо никакой мраморной телятины. Хотя можно делать и из вырезки, но зачем? Она дорогая. Обычную мякоть берем телячью, говяжью. За счет того, что у нас полоски тонкие, у нас успевает прожариться шашлык. Получается мясо medium well где-то. И очень сочное, очень вкусное. Все. Курдюк готов, мясо готово. Формируем шашлык так же, как я формировал 5 пальчиков, только форма будет у нас другая. Практически это одни и те же шашлыки с разными формами. И можно еще поиграться специями. Остальное все одинаково. Можно сделать его со свинины, со свиным салом, со свиной мякоти. Как вам нравится? Чем хорош шашлык, я говорю, он быстро готовится, выглядит очень празднично, и поэтому мне нравится вот его готовить. Мясо можно чуточку вот так ладошкой отбить, тем самым кусочки будут у нас более-менее ровненькие. Выкладываем полоски курдюка, старайтесь, чтобы они попадали вот на хлыст, потому что шампуром мы будем прокалывать. Первые полоски складываем друг на друга, 3-4 полосы, так будет удобнее потом формировать в дальнейшем, и ложим на бок. А теперь уже прикладываем кусочки мяса из сала, и таким образом формируем пласт. Thank you.
Друзья, заготовку я подготовил. Примерно прикидываем по количеству шампуров. Ну, так у нас получится как раз по размеру на 5 шампуров. Первоначально прокалываем в середине. Стараемся шампур вести по центру, чтобы он проколол у нас все кусочки. Потом прокалываем с краю. Так, это раз, это два. С другого края. Так, раз, два. Так, чтобы у нас получились равные впоследствии кусочки. Шампура мы нанизали. Теперь подравниваем края, чтобы у нас все получилось красиво. Подровняв края, прорезаем между шампурами мясо. То есть у нас должно получиться вот такая вот конструкция. Все, и последний кусочек. Должны у нас получиться вот такие красивые слоеные шашлычки под названием Наполеон. Друзья, все, отправляемся их жарить. Запечатываем с обоих сторон, потом обжариваем с одной стороны на ребре и с другой. И доводим до румянца. Все будет зависеть от жара ваших углей. Определенного времени для жарки здесь нет. Для того, чтобы жир не горел, можно посыпать соль на угли. Но я обычно раздвигаю угли по стеночкам, оставляя середину свободную. Когда сдвигаете, середина и край прожариваются одновременно. Запаковали одну сторону, переворачиваем, обжариваем с другой стороны, запаковываем. Если полоски были нарезаны неравномерно, вот как здесь у меня в конце, где-то, видимо, тонкая часть попала, и шампур не проткнул ее, ничего страшного, также все прожарится. И на седых углях, как вы обратили внимание, мясо жарится, но в то же время не горит. Дайте углям прогореть, чтобы не было черноты, и тогда можно начинать жарить. Как только у вас начинает жирок капать интенсивнее, значит, у вас та сторона подошла, и надо переворачивать. Обжариваем где-то с каждой стороны по минуте, по полторы. Вот, запаковали, ставим на ребро, запаковываем мясо с торца. Тоже достаточно будет минуты для сочной прожарки. Запаковали. Переворачиваем. Запечатав мясо со всех сторон, доводим его в последний момент до румяного цвета. С торцов уже румянить не надо. Друзья, шашлык наш готов. Давайте посмотрим, как он у нас получился. Обратите внимание, прожарочка medium well. А сейчас я его попробую. Прожарка получилась очень нежная. Кто любит попрожаристей, пожалуйста,
не возбраняется, можно жарить подольше. Я люблю, чтобы телятина была сочная. И вот так вот в лавашек заворачиваешь. Фантастика. По принципу шашлыка 5 пальцев. Те же самые ингредиенты, но форма чуть-чуть другая. Обратите внимание, прожарка, степень прожарки. Кто любит по прожаристей, пожалуйста. На вкус и цвет все фломастеры разные. Дорогие друзья, а на этой вкусной ноте, по традиции, хочу поздравить всех тех, у кого сегодня дни рождения. Пожелать им здоровья, счастья, тепла и уюта в их домах. Счастья и здоровья родителям, детям. Будьте здоровы, будьте счастливы. Берегите себя, берегите близких, и это вам воздастся. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч, до новых рецептов. С вами был Волоха.